Почти 1000 участников со всей страны съехались в Москву на чемпионат России по профессиональному мастерству среди инвалидов. Национальное первенство международного движения «Билимпикс» проводится у нас третий раз. Победители региональных этапов борются за звание лучших в десятках специальностей. Приветствие направил Владимир Путин, отметив, что для многих турнир станет успешным стартом в профессии. Ольга Князева подробнее. Факт. Эти женщины могут позволить себе каблук любой высоты. Их осанки позавидуют профессиональные манекенщицы. Их глаза блестят, а улыбки завораживают, потому что они знают. Самое главное – научиться позитивно жить. Потом ничего уже не сложно в этой жизни. Уже мы получаем только удовольствие просто от всего. И от подиума тоже. Если не слушаются ноги, они работают руками. Если не хватает роста, они выбирают расти в профессии. Парикмахер может не слышать, но сделает вас красивой. Повар плохо видеть, но вам будет вкусно. И дело тут не в красивом словосочетании «неограниченные возможности». Они, как и здоровые люди, просто делают свое дело. Только первую зарплату тратят не на новый диван, а на новую коляску. Сейчас в нашем мире, знаете, без денег никуда. И это моя прибыль, это моя работа будет в будущем. Есть уже на что тратить? На оборудование себя, там, допустим, коляски какие-то. Была бы возможность, я бы и спортивную приобрел, потому что я люблю спорт. Александру 17 лет. Мечтает стать владельцем мастерской по ремонту обуви. А пока среди сверстников он уже лучший из лучших, поэтому и участвует в третьем национальном чемпионате по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью. Любому по силам. Я считаю, что это мужская профессия, но видите, я с ней справляюсь. На сцене министр образования Ольга Васильева, министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Они подчеркнули, это не просто соревнования. Школьники, студенты, молодые специалисты в том числе ищут здесь работодателя. Можно стать флористом в цветочной лавке, а можно кассиром в супермаркете. Для наших кассиров, слабослышащих, эта работа действительно очень важна. И они всегда очень приветливы по отношению к клиентам и друг к другу, потому что для них это возможность и работать, и в то же время общаться друг с другом. Но перед тем, как найти работу, нужно чему-то научиться. Кроить, стричь, варить учат в центре «Обилимпикс». Уникальный для России опыт. Профессионалов здесь создают иногда с нуля, используя лучшие мировые практики и стандарты. У поваров, например, есть наставники, шефы известных ресторанов. А начинающего парикмахера Юлию Рыбкину делать прически учили лучшие салонные мастера. Я набила руку. Да, то есть я получу диплом, я смогу пойти работать спокойно по диплому. И вот этот чемпионат он для меня дает то, что я могу прийти на работу, и я знаю, что меня примут. Юля стала инвалидом по слуху в 6 лет. Осложнение после болезни. Было обидно, долго привыкала. А сейчас, даже если слуховой аппарат во время стрижки подведет, не теряется. Говорит, иногда достаточно улыбки, и клиент уверен в результате. Неважно, в инвалидной коляске, со слуховым аппаратом или очках с толстыми линзами. Они тут все улыбаются так, что невозможно не улыбнуться в ответ. Ольга Князева, Олег Крупен, Александр Тетрашвили, Павел Рудаков и Владимир Ольховский. Первый канал.